Теперь она точно заметила. Вы освободили меня от моей оскверненной оболочки. Да я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему в плену. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба валькирий в ваших руках. Судьба валькирий. Кажется, это важно. Это еще мягко сказано. Что ты знаешь? Дельный вопрос, но ответить непросто. Я знаю больше прочих, но почти все, что касается валькирий, окутано тайной. Меня же встреча с валькириями привела в заточение. Не уходи от ответа, голова. Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми. Но, может быть, если освободить и других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба валькирий, парень. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Вот и правильно.
Ты же помнишь, что тут не подняться? Я делала все, что ты говорил, а взамен хотела лишь правду. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу. Но это не тема для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю.
Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было?
Пошли! Убьем их! Сын!